если белый и черный кролик находятся в замкнутом пространстве, то другой... Нет. Вот все эти слова про замкнутое пространство, это очень непонятно. Белый кота... Нет. Ребят, вы не догадались, это совсем простой вещи. Все легче. Но она может быть устроена очень хитро, да, есть. Да, и получается, что сначала белому и черному кролику нужно выйти на одну горизонтальную... Молодец! Вот это мысль очень разумная. Надо за один ход выйти или на одну горизонтальную, или на одну вертикальную линию. А потом... не более чем за два хода оказаться рядом. Вот кто объяснит, ну, во-первых, они могли просто быть изначально на одной линии, да? Тогда ничего делать не надо. А вот если они находятся на разных вертикалях и горизонталях, в таком случае как добиться, чтобы за один ход они оказались бы? Значит, надо кому-то первым сходить и стать, чтобы они были на одной. Кому? Кто? Смотрите, здесь посмотрим. Нет, не любого. Кому, есть две вершины. Не обязательно две. Достаточно рассмотреть одну. Не обязательно только смотреть. Посмотрим на это. Какие есть варианты? Либо черный, либо белый. Если черный, то сюда прикрепишь. А если белый, то белый. И смотрите, за один ход, ну давайте, например, все-таки эта клетка была черная. За один ход мы добились того, что они на одном уровне. На одной горизонтали. Если они уже были на одной горизонтали, то этот ход не нужен. Хорошо, что делать дальше? Да? Дальше ходить более чем за два хода. Да, почему? Потому что они всего ходили... либо с этой клеткой есть белая, ну там есть уже настоящие границы между черным и белым. Есть две клетки, это может быть одна из этих, может быть нет. Там где-то есть две клетки, белая и черная, которые соседние. Правильно? Вот представьте себе, что где-то здесь есть клетка и рядом с ней клетка. Тогда этот прыгает сюда, а этот прыгает сюда. Идею поняли? Да. Так, давайте коротко повторяю решение. Если изначально находится на одной горизонтали, то не нужен первый ход. Достаточно двух ходов, которые я только что показал. То есть на этой горизонтали находим рядом стоящий белый и черный, белый переходит туда, черный переходит туда, все, они рядом оказались. Если же тогда смотрим вот такую вот клеточку, которая находится в той же вертикали, что и черная, и в той же горизонтали, что и белая. И она либо белая, либо черная, добиваемся, соответственно. Так, все? Да. Поняли?